Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня обзор моего первого заказа в компании Yves Rocher. Там куча подарков, мне не терпится уже открыть эту коробочку вместе с вами. И сегодня у меня специально такой формат без лица, чтобы мы как следует подробно все смогли с вами рассмотреть. Так, коробка запечатана прям на ура. Что мне понравилось, девчонки, доставку можно оформить прям до дома, то есть до квартиры, курьером. Это вообще на самом деле круто. 2500, по-моему, доставка бесплатная. В удобное время вообще можно изменить время доставки и выбрать удобное. Вот так выглядит внутри мой заказ. Давайте я уберу коробочку и будем с вами все подробно рассказывать, рассматривать. Расскажу вам, что заказала и что прислали в подарки. Итак, первое, что заказала, девчонки, это средства для волос. Они, кстати, должны были быть в косметичке. Да, вот косметичка. Это как подарочный набор. Смотрите, какая интересная. То есть, если покупать эти средства просто на сайте, на них цена гораздо дороже. А вот за такой подарочный набор в абсолютно, по-моему, безопасной биоразлагаемой косметичке, она такая как бумажная, как крафт-пакеты, да, на молнии, он стоил 600 с чем-то рублей. Бальзам на выбор и шампунь. То есть на выбор набор. Я выбрала вот именно такой. Косметичка, кстати, классная. Смотрите, какая. Вот если кому-то на подарочек, прям вообще красота. Смотрите, как здорово. Очень красиво. Супер. Так, что здесь у меня за шампунь? Шампунь у меня... Так, где найти по-русски, девчонки? Нежность, уход и нежность для чувствительной кожи головы. Я выбрала сейчас такой, потому что голову мою часто. И захотелось именно такой попробовать. Бережный уход для кожи головы и волос. Класс. Давайте понюхаем. Еле уловимая отдушка какой-то зеленой свежести. Это здорово на самом деле. По составу, кому интересно, вот состав. Я, в принципе, не очень увлекаюсь составами. Мне, если средство нравится, подходит, то мне, честно говоря, плевать, что там находится. Так, и бальзам. Бальзам для волос. Это у нас кондиционер уход восстановления для поврежденных волос. Волосы у меня поврежденные, поэтому, да, сокращает ломкость. И ломаются сейчас они у меня со страшной силой вообще. Сокращает ломкость волос на 95%. Это здорово. Биоразлагаемая формула содержит 99 ингредиентов натурального происхождения, без силиконов. Так, попробуем открыть. Здесь все запечатано приходит, это здорово. Вот он, беленький бальзам по аромату. Он уже пахнет не так, как шампунь, какая-то косметическая душка, очень вкусненькая, но не бьет в нос тоже. Буду пробовать, девчонки, прям сегодня. Очень хочется попробовать, посмотреть, подходят ли мне эти средства. Конечно, одного раза мало. Надо хотя бы пару раз помыть ими волосы и посмотреть, как будет кожа головы себя чувствовать. Так, дальше, девчонки, на сайте была акция, сейчас она, по-моему, еще есть. За 1800 рублей мы выбираем себе 4 подарка, 4, точнее, товара, и нам дают в подарок косметичку или Нессер. Нессер был такой большой чемоданчик с ручкой, я выбрала косметичку, чтобы и специально маленькую, девчонки, потому что она у меня вся все огромные они у меня, и мне хотелось, наоборот, маленькую, чтобы прям положить ту тушь, которой я сейчас крашусь, ту помаду, те тени, грубо говоря, да, и вот чтобы все вот так вот лежало аккуратненько, то, чем я на данный момент пользуюсь. Вот такая косметичка, thank you, merci, вот так она выглядит. Давайте посмотрим. Внутри очень миленькая, красивая косметичка. Мне прям нравится. Специально не стала брать этот большой Нессер, потому что, ну, опять наложу всего подряд и не найду ничего. Два карманчика. И еще вот такой карманчик на молнии. Это здорово. Сюда можно положить маленькие кисточки или придумать, в принципе, что положить. Этикеточка. Все вообще качество отличное. Здорово. Я такому подарку радуюсь. Так, какие же я взяла 4 продукта, чтобы получить этот подарок за 1800 рублей, да? Я взяла гель для души Yves Rocher. Впервые все беру от Yves Rocher, девчонки, поэтому безумно интересно. С ароматом сейчас найдем. Манго и кориандр. Обожаю манго в косметической продукции, поэтому именно его и выбрала. Уже не терпится попробовать аромат. Ой, ну это вообще... Супер, это прям манго-манго и никакой химозности. Я не знаю, как пахнет кориандр. Ой, какой кайф. Господи, как захотелось в ванну принять с этим средством. Оформление у Yves Rocher, конечно, вообще на высоте. Очень достойное. Даже придраться не к чему. Красота. Здесь 400 мл, он большой гель для душа. Информация, кому интересно, и состав.
Флакончики, конечно, бликуют, потому что они все такие красивые, но я думаю, если нажать на паузу, можно будет рассмотреть, если вам интересно. И информация. Так, это первый продукт. Дальше, что я заказала? Я заказала вот такой вот питательный крем для рук. Вот как он выглядит. Информация. Питательный крем для рук, интенсивно питает. Там несколько продуктов на выбор дается, выбирайте то, что вам интересно. Смягчает сухую кожу рук, содержит растительные ингредиенты, экстракт арники био. Состав, кому интересно. Вот он. Ну, давайте откроем, посмотрим. Запечатанный, скорее всего, у нас, да, кремушек приходит, я так думаю. Или нет? Нет, не запечатанный. Вот он лезет. Так. По запаху. Еще пока непонятно. Слушайте, ну питательный, правда питательный. Такой прям жирненький. У меня сухая очень кожа рук, и поэтому для меня на самом деле это важно. Очень питательный. Прям вообще. Ой, а какой запах. Он пахнет каким-то парфюмом, девчонки. Причем классным, каким-то классным парфюмом. Я теперь понимаю, почему вы мне писали, что любите и фраше, потому что здесь тоже невероятные запахи. Так, поехали дальше. Какой я продукт выбрала еще? Я выбрала, девчонки, парфюм. Так, вот он парфюм, по-моему, 15 мл, если я не ошибаюсь. Парфюмированная вода, Matic Blank, 10 мл. Да, девчонки, кто давно в фраше, наверняка уже все парфюмы эти знаете, для меня все впервые. Что в переводе означает «нежность рассвета». Да, я долго выбирала, проконсультироваться особенно было не с кем, ну и решила почитать нотки и поняла, что вот хочу именно этот аромат. Так, вот как выглядит. Слушай, 10 мл, это, в принципе, тут прям много, так как крышечка у нас снимается. Оп, с распылителем, что тоже удобно. Сейчас попробуем с вами этот аромат. Удобный формат положить в сумку и познакомиться с парфюмом. Ой, какой классный. Девчонки, супер аромат. Блаженство вообще. Я и не знаю. Я уже влюбилась в Эфраше. Все, теперь вы будете часто видеть у меня заказы на канале. Ой, какой кайф. Я не могу вам передать, что я чувствую. Цветы. Действительно какой-то рассвет. Нежный, не слишком приторный аромат. С нотками и свежести, и какой-то терпкости. Это просто кайф. Девчонки, это кайф. Я влюбилась. Мне теперь кажется, любой аромат дает и фраше, и мне будет нравиться. Супер, вообще супер. Понравилась водичка, невозможно. Так, и четвертый продукт, который я выбрала, это румяна, девчонки, это румяна. А, так, оттеночек мы с вами сейчас поищем. Я брала такой вот персиковый, матовый. Они там были с шиммером, я взяла матовый. Да, ароматный персик, 0,6. Матовый эффект без парабенов. Сейчас с вами сделаем сводчик и посмотрим. Румяшки запечатанные здесь. Вот, девчонки, как они выглядят. При искусственном освещении они кажутся бледнее. На самом деле они прям персиковые. Сейчас я специально взяла кисточку. Мы попробуем с вами сделать, набрать кистью. Набирается хорошо. И не сказать, что прям сильно пылит, да, разлетается во все стороны. Нет, очень хорошо. Так, на руке. Очень деликатные румяна. Мне кажется, вы даже не видите. Сейчас попробую набрать пальцем и посмотрим так. Вот как выглядит на пальце. Опять немножко бледнее, чем в жизни. Свет так падает. Так. Вот они. Персиковый мне очень нравится. Видно, да? Сейчас попробую поиграть с освещением, чтобы вам было понятно. Выберем немножко теплое. Вот. Вот сейчас более-менее похож, да? Сейчас еще поинтенсивнее. Деликатные румяна, с ними, мне кажется, не переборщишь. Вот такая красота. Вот сейчас они максимально приближены, то не такие насыщенные, как на самом деле. Мне понравились, девчонки, понравилась текстура. У них даже есть какой-то очень вкусненький запах, вообще красота. Можно наслаивать, здорово. Смотрится красиво. И оттенок я не пожалела, вот что взяла именно такой персиковый. Так, поехали дальше. Чтобы собрать все призы, которые просто были на сайте, я заказала еще вот такой маленький гель для душа Hello Printemps. По-моему, здесь у нас черная смородина, если я не ошибаюсь. Парфюмированный гель для душа. Есть целая линейка такая у Ифраше. Я уже ассортимент сайта изучила. Ой, безумно вкусно пахнет. Чувствую черную смородинку. И, по-моему, здесь ревень, девчонки, если я не ошибаюсь, на сайте читала.
есть какая-то небольшая кислиночка, еще здесь классно. Вот на работу с собой возьму такой гель для душа. Мне кажется, будет мне счастье вообще. Дальше подарки. Все, остаются подарки. Подарки, девчонки, можно было выбрать. Я выбрала один из подарков, крем для лица от Yves Rocher. Там был, по-моему, крем для век и крем для лица. И, видимо, на сайте не было, я так понимаю, этих продуктов. И мне прислали еще один парфюм. Ну что ж, пускай будет так. Я не огорчена. Дареному коню в зубы не смотрят. Пусть это будет еще один парфюм. Кремов, походу, на сайте не оказалось. Вот как он выглядит, вот как он называется. Фокус. Я коверкать язык не буду. Сел де Азур, наверное, да? Это у нас свежий цитрусовый аромат. Слушайте, ну это прикольно. Пусть и на лето будет такой аромат. Так, посмотрим, что за водичка. У меня до сих пор рука пахнет той, и я в диком восторге, девчонки, просто. Теперь попробуем этот. Ой, какой классный тоже. Действительно свежий, действительно цитрусовый. Никакой химозности, только натуральные цитрусы и свежесть. Класс вообще, просто супер. Но мне первый нравится больше. Он какой-то многогранный, интересный, так здорово раскрывается вообще. Вот этот мне больше понравился. Но этот тоже классный, супер вообще. Ладно, пусть вместо крема мне пришел парфюм. Это совершенно не беда, я только рада, потому что теперь поняла для себя, что парфюмы от Yves Rocher – это тоже моя любовь. Смотрим подарки дальше. Дальше маска. Вот она, маска для сияния кожи. Вот так она выглядит. Фокус. Вот, масочка для сияния кожи. Так, с облепихой 30 мл здесь. Такой мини-формат. Прозрачная, а нет, немножко белесая, такой плотный-плотный гель. Вот. Ну, давайте попробуем, раз на то пошло. Очень плотный гель. И очень круто пахнет. Вот прям круто. Вообще, у меня все в Yves Rocher, по ходу дела, круто пахнет. Обалденный аромат. Буду пробовать, буду тестить. В одном из влогов с вами обязательно протестируем эту масочку. Очень интересно. Еще в подарок мне положили три пробника. Это серум анти-эйдж, антивозрастной. Так, пробник парфюма. Здорово. И тоже пробник парфюма. Будем пробовать. Будем пробовать. И в подарок за заказ, получается, наверное, от 2500 или от какой-то суммы, вот такая еще сумочка, девчонки, которой я безумно рада. Вот просто безумно. Мне такой не хватало на самом деле. Это сумка-холодильник. То есть можно сюда летом положить бутылочки с водой, положить мороженки, да? Да что угодно вообще. Вот так она выглядит внутри, да? Это сумка-холодильник. Она достаточно объемная, да, чтобы вы понимали размер. Вот. И достаточно глубокая. И широкая. Это классно. Она такая красивая, выполнена по-летнему. Вообще, мне нравится безумно. Я рада. Подарками и Yves Rocher прям вот завалили, вот завалили. Такой буклетик. Там сзади на обороте на следующий заказ мне дают скидку 1200 рублей. Ну как не заказать, девчонки? От Yves Rocher, наверное, так просто не отделаешься. Вот, там персональный код на эту скидку, поэтому не показываю. Ну вот и все, мои хорошие. Вот такой у меня был заказ мой первый в Yves Rocher. Я безумно довольна. Прям особенно ароматами. Вот этот аромат, все, я прям обожаю, девчонки. Он для меня, он мой однозначно. Я рада, безумно рада, что получается на 2500, да, вот такое вот количество товара, такое количество подарков. Это на самом деле круто. Еще раз вам покажу накладную, да, кому интересно, можете нажать паузу, посмотреть. Девчонки, делитесь, делитесь, пожалуйста, в комментариях, что вы больше всего любите в Yves Rocher, какие у вас must-have, какие вам ароматы нравятся больше. Я буду благодаря вашим комментариям делать следующий заказ. А если видео было вам интересно и полезно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Я с вами прощаюсь. Пока-пока.